Жалоб больше, отклика меньше, говорят чиновники. Коммунальные службы постоянно просят автомобилистов не заставлять обочины, не заужать дороги и позволять расчищать спецтехники проезжую часть и дворы. Однако призывы редко оказываются действенными. На помощь решили призвать инспекторов ГИБДД. К сожалению, на сегодняшний день мы вынуждены в очередной раз констатировать, что одной из больших проблем в качественной и своевременной уборке улиц города является неправильно припаркованная и запаркованность прилегающей территории и дорог. Соответственно, если, как мы видим здесь, дорога заужена в одну полосу, потому что у нас не может проехать даже спецтехника. Для расширения дорог необходимо применение грейдера. На этом участке это, к сожалению, сделать невозможно. Впрочем, в ходе профилактического рейда транспорт не увозили. В этот раз ограничились составлением протоколов за неправильную парковку. Такие штрафы инспекторы выписали 10 автомобилистам.